И здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые гости, которые у нас вообще смотрят, люди. Всем здравствуйте. С вами сегодня опять я, Лёша и... Саша. Всем здравствуйте, ребята. Всем. Сегодня мы опять проходим на этой карте на острове. Мы уже такие более такие модные, да? На вулкане. Да, на вулкане. Просто капец на самом деле, не карта. Даже... Ну ладно, пошли. Предыдущая серия, мы, кстати, копали шахту. Все знают, наверное, что мы копали шахту с тобой. Ой-ой-ой, ночь. Обратно лезь, спать давай. Ах, я знаю, что ты сказал. Ладно, тихо, не волнуйся тут. Ого, ты два сундука сделал, офигенно. Мы, кстати, без съемок поиграли маленько. Так, смотри, что я сделал. Че? Смотри. Че сделал? Наковальня. О, наковальня, ништяк, дай мне ее. Так, где поставить? Так, стоять. Вот это ты зачем поставил эту печку? Печку, потому что если мы там поставим наверх сундуков, а где не поставим? Давай ее, знаешь, куда прикрепим? Наковальню. Вот сюда. Так, а куда когда наковальня? Наковальня, дай сюда. Все, я тебе не отдам ее. Здрасте. Так, наковальня. Давай я куда-нибудь, знаешь, что? Может, в подвале? Не. Сюда ее прикрепим. Вот. Стоять. Нет, это не такое. У тебя есть такое дерево? Сейчас. Ты иди. Понишь так. Ну, красиво, мне кажется, смотрится, да? Так как бы на паука. Да. Наковальня. Вообще красиво. Ну ладно, пофиг. Так, мы с вами сидим в ад, помнишь? Какой ад? Иди нафиг с вами, ад. Я там знаешь, сколько всего прошпекал? У тебя еда-то есть, чтобы туда идти? У меня да. У меня гнилая нет. Плоть. У меня тоже гнилая плоть. Пошли еду добудем. Хотя стой. Я меч обычно сделаю. Не хочу этим драться. Я лучше с вами зачем железо. Тебе меч нужен? Тебя ладно сделаю. Нет. Да. Я, кстати, себе сделал алмазный зачарованный меч на прочность 1. Ну и чё? Чё ты мне этим хочешь сказать? Чтобы я тебе сказал, вау, какой ты молодец, братик, да? Да. Вы сейчас бы меня заголовали. Охрененно. Не лагает практически. Да ну. Я гений всё-таки, тебе скажу. Я... Нет, я тебе серьезно говорю, программа практически не лагает. Все-таки я не молодец, то, что вчера в ней пошарился маленько. Да. И она все, теперь... Лайк. Да, лайк за это, ребят. Ставьте то, что я пошарился вчера программу. И сейчас практически у вас ничего не должно лагать. По крайней мере, я вижу так на съемках. У меня она подлагивает, знаешь, когда... Когда... Да, когда много чего-нибудь копает, когда она только лагает, а так она абсолютно вообще нормально себя ведет. Сейчас я бегу, ни капельки не лагает, есть маленькие, небольшие такие подлагивания, но они и то не сильные. Так, ты где? А я бегаю вокруг острова в поиске еды. Еды? Потом я звучу... Я кроме овечек вообще нифига не вижу. Да, кстати, вот бы мод был установить, это вообще можно. Нельзя. На лицуху нельзя. Можно было установить шипа с чертом овечек попадала еда. Ну да, это мало полезно. Я тебе говорю погромче, поближе ко мне присядь, чтобы было тебе слышно. Секунду. Так, теперь говори. Так. А я свинью вижу.
Слышь, у нас с тобой сколько этих? Чего? Ока эндера. 7. Надо еще 2. Офигенно много. 1 стопудово в пещере. И 1, наверное, еще буду. Ну вот, уже 100. Погоди, получается, когда мы соберем эту фигню, мы прошли всю, весь этот остров? Да. Офигенно. Ну, надо прежде, чем идти в Эндомил, надо прежде это... Че? Разочаровать путь. А, за дракончиков? Да. Для кого? Это проще простого. И лучше чать на 30-й. А, не, мы не сможем. Мы не сможем, ты что гонишь? Точника нет. Бумага. Ну где мне, тебе где такой уровень-то найдем? 30-й. У меня... Конечно, можно, но это долго. 3 курицы. 3... Сыть, давай сегодня попробуем час заснять серию. На час целый. Как ну, тебе это идея? Это надо, когда будет суббота, типа субботный стрим. Ну это не стрим, это летсплей, чё нам. Не, хотя бы давай до 40. До 42 минут. Не по 30. Нет, даже не до 40, а до 50. 50, если у меня, конечно, YouTube поддержит это. Я ж не знаю, сколько там максималку. Так, ну я, короче, собрал 3 курятины и 3 стейка с коровки. Я сейчас тоже 3. У меня тоже 3 свинины. Блин. Ой, я, наверное, пойду сейчас рыбачить. Рыбачить? О, кстати, да. Иди порыбачь. Я все палки забрал, наверное. Кстати, сорняки собирай, саженцы, то есть. А мы можем потом посадить где-нибудь их. Видишь, какой молодец. Программа практически не лагает. Понял, да? Теперь я, наверное, целый день буду этим хвастаться, какой я молодец. Короче, пошел рыбачить. Может, выловлю рыбу и лосось. О, лосося попробую выловить, но. Ну. Прикинь, сейчас мне попадется зачерный лук. Да, кстати, можно в воде также выловить лук. Зачерный, блядь. А, да. Кстати, лук реально. Ну, помню. Я не понял, ты на какой поставил? Ну-ка, легкий живо поставил. Ну все, братик, за это я тебя ударю потом. Короче, рыбачу, может. Я думаю, что у меня еда не падает. И никого нету. Прям так необычно, когда никого нету. Никто тебя не пытается убить. Да вообще прям так хорошо. Да вообще. О, лосось сперва. Он, кстати, сколько это восстанавливает? А, я не знаю. Вот когда он жареный, по 2 этих косточек. Блин, я пауков не могу найти. Ладно, я сгоняю в одну пещерку, там куча всего, всяких мобов. А, по, где мы послали вещи? Да. А, ну, ты, кстати, нет. Где? Ты рядом с домом? Я рядом с садом, прямо так. А, ну если хочешь, я тебя могу сейчас тпшнуть. А, домику. Обязательно я убачу, может. Кину сейчас алмазный меч. Не, это нереально алмазный. Нет, там один алмаз. Можно же. А, все-таки небольшие такие лаги, подлагивания есть. Сейчас уже, кстати, начались. Может, это через какое-то, конечно, время она начинает подлагивать. Это, наверное, долго. Да, долго и прогрузка, когда стоит, такая нормальная. Короче, улыбачить это скучно. Чё я сейчас? Для моего мозга. Офигеть. Всё паутина? Смотри, я чё вывожу. Крюк. Крюк. Охрененно. Слышь, ты чё всё это взял? Нитки все. Нитки? Блин, мне одну ниточку надо.
Ну иди в пищевой больше, даже я с тобой буду. Не, не надо. Иди. Стой, рыба, чего ты стейки пожарил, спасибо. Ты возьмешь мои ты стейки. Да ничего, я тебе там положил. Там жарится еще два. Вот три. Ладно, я погнал в пещеру. Ой, а где ты пошлюсь? Да. Ближе будет. Вот я иду, кстати. У тебя есть ниточка одна? О, молодец. Ниточка нет. Тебе что, именно вот одна нужна? Именно одна, а мне для удочки одной ниточки не хватает. О, скоро ноль, братик. Пойду домой, пожалуй. Так, тут зомби. Зомби, скелет, зомби. Скелет, крипер. Тут, короче, вся тусня собралась, я тебе скажу. Ладно, пофиг, выходим отсюда. Все, давай быстрее, слышишь? Тебя тпшнуть ко мне? Не, я... А, ты забираешься. Живем на какой-то горе. Кстати, я знаешь, что мы не сделали с тобой? Чё? По кругу факелы не поставили. В принципе, зачем? Чтобы мобы возле нас не спаунились. Дверь закрой. Где тут? Что это там? Это там. Ого, молодец. Это моя курица. Плохо то, что из шерсти никак нитки нельзя сделать. Даже? Угу. О, кстати, надо факела бы взять. Где факела? Факела. Ла-ла-ла-ла. У нас факелов нет. Мы, наверное, сейчас... Смотри, какой я няша пони. Видим его. Смотри, няша пони. Няша пони. Ладно, я погнал. Кстати, сейчас заново проверю, сколько у вас лосось. Не жареный лосось где-то под собой останавливает. Может даже печать. Ладно, я погнал в пещеру. Или что тут я все хожу, кстати, освещаю? А не, я полбачу. Че? Я просто лучше хотел дать мне. Да я тебе говорю, мне ниточку одну не хватает. А долбанных пауков вообще нигде нету. А я пошел улыбачить. А вот ты тоже дверь закрывай, Лёха. Потому что он уже дверь закрывает. Погоди, а где эта пещера? Ой, мне что-то подвисло так, что-то прогрузилось. Да, вот, и ты рядом прям с ней идёшь. О, вот она, пошёл. Сейчас будет капец. О, нет, их не так-то и много тут. Кстати, я железка нашел. Может, кстати, потом в какой-нибудь... Из этих. Из чего? Из шахтов идем. В мою можно пойти. Нет. Хотя нет, там бессмысленно. В твою, а там, на том, который ты сейчас ходишь. Можно. Можно, без проблем. Там, наверное, будут какие-нибудь. Ой, опять что-то. Ну, я тебе говорю, у меня какая-то прогрузка, походу, сильно стоит. У меня подвисает иногда. Не то, что в программе этого виснет, а именно у меня тоже. А, помнишь, мы в какой-то... О, офигенных там сколько. Помнишь, мы в третьей серии хотели сходить в ад? Ага, помню. Мы так не успели, тебе что-то с программой было. Помнишь? У меня все отлично было. Не ври. Mm-hmm. Не говори никому. А может, когда сегодня в ад сходим, поскольку ты хотел снимать час? Час. Ну, когда час. Тихо.
Я так беспалевно всех вынесу. О. Я вообще... Офигеть. Шелковое касание. Офигеть. О, шелковое... Это погоди, это чего у тебя? Ой, моя книга. На шелковое касание. Прикинь. Знаешь, что с помощью него можно сделать? Чего? Лучше ты отломаешь. А, да, знаю. И ее потом жарить надо. Это самая дебильная, наверное, фигня, которая вообще есть. Ну, если так для какой-нибудь украшений, то можно поставить. Ну да. Прям вот стол там будет светить. Блин, вот мне бы тут бы стрелы поболее. Ой-ой-ой, я сейчас походу сдохну. А, беги ко мне. Или ты пошись. Темпи на мной спуду спавнить. Уроды, да? Лосось. Капец, самая, наверное, фиговая книга. Лучше бы я люблю очень луки. Чтобы пластинка бы попалась. Я бы может еще какую-то сделать. О, да, кстати, пластинка круто. Погоди, у нас алмазиков даже нету где-то. У меня есть один алмаз. А, один есть. Да ёлы-палы, меня это задолбало. По мне там скелеты палят. Были бы у меня вообще стрелы актив. Нафинделял. У меня их 10 стрел. Кстати, у сколько у скелетов жизней? Скелета 20, у зомби 20. У паука 10. У куицы 4. У коровы. Ты бы знал, сколько тут скелетов. Ловчиков 5. Фига, ты всех мобов выучил, сколько у них хп. У гастов 10. Ну, у гастов-то я тоже знаю, сколько. У гастов, у этого дракона 200. Офигенно. Чё? Вот даже дракона столько жизней. Ты чё думал? Откуда? Слышь, я не знаю, либо тут спаунеры, либо ещё что-то, мне задолбал. Офигеть! Либо клоун. Мне попался в боку. Я тебя очень сильно. Давайте-ка я иду к тебе на помощь. Да, иди по мне. Тут, короче, походу... Там стопудово спаунеры. Да, стопудово тут спаунеры, потому что я их сколько уже выношу, они все равно лезут. В аду, наверное, стопудово есть около. Нифига. У меня благодаря этих дебилов уже 9-й левел. У меня 3-й. Ладно. Когда я жаю. Что, у тебя на той 9-й уровень? Уже 11-й. Вот. Я тебе говорю, тут где-то спаунер этих дебилов. Я все, короче, меня задолбали. Я ухожу отсюда. Офигеть! Посмотри на мой экран. Че это? Ты ежик в тумане. Офигенно. Где? Он преследует меня. Где он? Я тебе помогу с лука. Ёлы-палы, ты поаккуратнее будь так. Ой, я тентишку могу сделать. А, нет. Да, могу тентишку я сделать. А-а-а! У меня закончился лук, беги! Я скину. Летучая мышь, вот смотри, ты не понимаешь. У летучей мыши 3 хп. Ты тут узнаешь. Хилет у всех почему хп. Кого сколько хп? Паук! Наконец-то! Ефритов 25 вроде. Помоги мне этого паука забрать. Офигеть! Паук убегает от меня, он драться не хочет. Чё ты? Чё? Увидел, сколько тут врагов, да? О, все, тут мало скелета. Ну-ка, попадут? Блин, слишком косы. Есть еда у тебя? Еда, да. Хотя ладно, у меня гнилая плоть есть. Отлично. Да, вообще. Нет, из него паутинка не выпала. Что мне делать? О! Алмазы! 4 штучки, беги оттуда! Ланки и зомби 10 хп. 10 всего-то?
Я думал, он посильнее будет. Ах, ты пошли их всех втащим. Давай, втащи их всех. Да она меня тут усмотрит. Она... У тебя есть килка? Железная. Да, не, маленько есть, но это хватит. Мочи их всех. Ладно. Это наш. Кайпил, давай. Делай свою. Не-не-не-не. Он алмазы может взорвать, не надо. Там сзади, сзади, сзади. А я думал, кто меня там скидывает. Лопалы. Капец, я думаю, кто меня там сзади скидывает, а там. У тебя какой левел? У меня 5. У меня 16. Братик меня сзади опять тут кидает. Ладно, я кручу сзади нас буду охранять. У меня мало хп, я не могу сейчас, все, погоди. Мне надо отрегениться. Сейчас, погоди, я отрегенюсь. Хотя а, бы. Офигеть! У тебя есть стил? Да, есть. О, дашь пойму? Да. Ну, у меня их 3 только. Че, убил всех? Кто там? О, да. Кто там? Стой, 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 стой. Прикрывай меня, я их вскопаю. Может там больше? Я за чуть-чуть поделимся, но вместе. Ну туда пока наверх залезь. Смотри, там кто есть. Так, да, нет, там пока никого нет. Нет их. Их только 4. Жалко. 4. Это, кстати, специально их тут заспавнили, скорее всего, потому что да. На такой глубине они не спавнятся. Конечно, не знаю для чего. Не, их поставили. Кстати, да. Вот стол скопали. Зачем? Вот там. Ой, я погоди, у меня скопали. Спинка что, маленько заболела. Офигеть, ну в этой пещере стопудово есть окоэндово. Да, тут стопудово. И что нам получается, сколько остается? А если... Ну в аду есть возле нефритов. Да, в аду стопудово там есть, я видел. Это... И тут. Там паук. Получается все. Братик, беги. Мы... Короче, побежали домой, а? А то я... Взади. Я ушатал. Спасибо. Беги, короче, отсюда. Я походу тоже езжу в тумане, да? Нет, пока нормально. Чё к ним подлез-то? Вон еще один. Откуда они спавнятся? Я тебе говорю, тут эти спавнеры походу. Все, пошли короче отсюда. Офигеть, еще. А, кстати, сейчас надо... Да, сходим. Только поосторожнее будь. Ой-ой-ой. Ну-ка, лосось восстанавливает. А, он же не шайный. Че, съел? Извини. А ты пешнешь меня? Там не для МПГС. Стой там тогда. Надо по-быстрому сейчас, пока мобы не заспавнились. Казань. Сейчас стой, я тебя сейчас тпшну. Не, лучше ты ко мне. О. Ты меня еще забак. Извини. О, все, мы возле домика. Я тут все осветил. У меня, кстати, маленькие такие лаги есть. Тебе нужна гнилая плоть? У меня ее много. Нет, да, спать. Уже написал. Гони, успел. Так, ладно. Зачем я мечи вот эти уделал? Так, ладно, один возьму. Нам надо кирку. Железную. Какое? Железную. Железную. Что там у тебя в этом? Железка. Вот стол. Ну, офигеть, в воде было, ну, есть книга. Да, вообще.
Сколько, кстати, для ТНТ надо? Для ТНТ? Пять. Тебе сделать? Да, я сам сделаю. Дай порох. Чем для тебя? Сможешь? Да смогу. ТНТ это моё любимое. Че ты ржёшь, а? Уже не так начинается. Молчи. Все, теперь у меня есть идея. Нет. Пошли, короче, к нефритам. Веселуху им устроим. Я сверху ТНТ им сброшу на спаунеры прямо. Интересно, они взорвутся или нет? Конечно, взорвутся. ТНТ все взрывает. Особенно спаунер это. Кстати, надо покушать. Интересно, а какой эффект для этого у рыба клоу? Классно, я могу себе кирку наконец-то замутить. Где? Блин. Палки. А, кстати, свой, наверное, меч включил. Согласись. 13-й уровень. Согласись, у нас так это много всего. Рассортировано, все так вообще аккуратно все сделано. Мне нужен 12-й уровень. Зачем тебе 12? Чтобы вам меч подключить. У меня вообще 18-й. Погоди, ты еще один меч сделал? Нет, я мне еще не делал, я хочу железный починить. А, железный? Мне надо 2 железа, у меня есть 2 железа. Но нету 12-го на квале, чтобы починить. А тентишки? Да я уже сделал, но мне еще парочку не хватает. А ты красный факел сделал? Да, сделал. О, так я еще могу тентишку сделать, я пошел порох, ой, песка добуду. Офигенно, им сейчас всем хана будет, я тебе гарантирую. А у тебя сколько уже тентишек? У меня одна тентишка. Мне осталось только 4 песка добыть и будет вторая тентишка. Лучше 8 добыть. Ты там что помогаешь? А, ну да, кстати, реально, лучше 8 добуду. Песочечка. Подожди, у тебя сколько полоха? Сейчас, секунду. 9. 9? Не, не хватит. Не, еще одного не хватит. Чтоб крипера бы найти. Кстати, я, может, даже пойду сейчас к крипером. Давай, иди. Ведь мне это не ставит туда. Потом это ты пошлишь. Ага, хорошо. Там на скалу забираться. Кстати, там такую прикольную карту скачал. Какое? Ну не прикольную, там типа просто такой крутой домик стоит, может там даже тут. Хорошо. Типа такой рядом со о. Крипел. О, все, один полох есть. О, отлично, я тебя такой шить. Так, ко мне. Пошли. А, кстати, на. А, давай. Порошочек. А ты знал то, что внутри крипел про ТНТ? Конечно. Погоди, в смысле ТНТ внутри криперов? Ну а как они вызываются, по-твоему? Их внутри ТНТ. Я думал, в них порох. У них ТНТшки. Получается, один крипер взрывается, как одна ТНТшка, да? Да. Еще не знал? Знал, конечно. То, что в них внутри ТНТ. Ты чё? Это каждый майнкрафтер знает, то что... А, дверь. Это не дверь, это люк какой-то, я тебе скажу. А это и так люк. Все, у меня много тентишек. Три? Да, 3. Теперь можешь взорвать наш дом. А, у тебя сколько красных фитилов? Все, много будет. Возьми 3 тут. Много не тратить. Нормально. 14 будет. Тем более, зачем нам порох? Ой, красная пыль. А что поделать с механизмом? А, в принципе, у меня ее много. Даже можешь сумки посмотреть. Сколько у меня ее там. На всякий случай стрелы возьму я. У тебя сколько стрел? 4.
4 только. 4 у меня. Что тут еще можно взять? Бутылочка, конечно, она мне очень нужна. На. Да не, все, больше ничего не надо. Стой. Че? Блоки, кстати, на всякий случай возьми. Возьми. Пошли. Блин, я чё? Хотел гаю скопать и это. А, жигу сделать. Не в том смысле. Ты, кстати, откуда крюк взял? Че? Крюк откуда у тебя? Крюк из воды ловил. Че, пошли? О, сахар у нас есть. Откуда сахар? Ты че? Че ты делаешь? Пошли. Стрелу хотя бы. А, стрелу хочешь? Да. Сейчас сюда сложу. Все, пошли. Все, пошли. О, ну-ка, сейчас посмотрю, какой эффект дает. О, а не какой-то. Никакого. Его нельзя пожарить. Погоди, у тебя еда есть? У меня нет вообще еды. Да, есть. Давай сюда. Да. Гнилая плоть, я надеюсь. Вот, то есть не гнилая. Да. У тебя ты еды, и у меня ты. Нет, ты курица, у тебя белая. У тебя хоть вообще какая-то еда есть? Конечно, есть. Гнилая плоть, хочешь? Поделюсь. Ты же вроде находил. А, да. Да, гнилую плоть. Ой, эти вирусник. А, еще сейчас плыть до этого ада. Да, ты пышешь. Так, чё теперь понимаешь? Твоя очередь, потом ты не отпышешь. Ты сам ты пышешься, а? Научись ты пышиться. Я тебе покажу сейчас, как ты пышиться. Обязательно. О, лодочка моя, смотри, там стоит. Еще с третьей серии. Или со второй. Или нет, со второй. С третьей. Да, с третьей она стоит там. Сейчас у нас четвертая серия. Смотри, как ТП шится. Вот, смотри, я даже. Знаю, он написать ТП. Нет, вот смотри. Вот это вот. Р и ТП. И кому-то хочет ТП шиться, понятно? Так сначала. Вот, кип-тролль, да. Ну, ой, то есть ты. А если наоборот тебе к меня, то еще надо меня, мой ник написать. Вот. Понятно? А те типа первое это кто-то пишется, а второе кому, да? Да, ну это не обязательно писать кому. Ты, а если бы ты меня ударил? Ничего. Ничего, да, нормально. Меня бы ударил, огрел бы меня бы. О, ну кстати, мамаль. Хе-хе-хе, сейчас я тут все взорву. Фига. Да. Мне, кстати, надо спавнивать их не имя. Нет, я именно все взорву тут. О! Там опыт. Я хочу опыт, Лёх. Я тоже хочу много. Тихо. Не беспокоиться. Так, сейчас ушки закрой. Все, я все фигам там уничтожил. Да, я их не спавнил, уничтожил. Я молодец? Я молодец? Я удаю. Привет, брат. Мне надо... Я пойду лук зачу. Ой-ой-ой-ой. Еще бы чуть-чуть. Прям по небу. Прям такой... А мне-то тут что делать? А пока охраняю, у меня такой щелочек. Что, офигел, что ли? Ну, ты пока там отбивайся. Каким способом? Они летают, я хожу. Ну, у нас сколько. У меня, о, кстати, какая. У меня стрелы закончились. Кстати, какая съеду в дом. Зануто там лодочку сделал. А фиг. А их нифиг не можно отбивать? Фиг? Да, можно. Они нельзя. Только даст. Тогда помоги мне. А сейчас, когда я приду, за чего? Москва ночь. Они даже не возле меня летают. Как я их убью тебе? Как вверху? Ты доплыл?
Я даже рядом с домом крутого вообще забыл. Ну я как бы понимаю, к нам домой. Ну я тебе это пошу сейчас. Такой портал. За надо тоже зачем. Ой, ночь. Это ты лук местами поменял? Да, конечно. О, привет, братик. Языком. Чё закрыть? Лук. А зачем его закрывать-то? Чтобы мобы не попали. Да они сюда и не попадут, мне кажется. Давай спать. Мы не можем. Ой, что-то я устал. О, у меня 25 FPS, офигенно. Офигенно, прикинь, у меня 25 FPS. Ты гонишь. О, у меня прочность у лука. Еще кирку хочу зачаровать. А там есть 8 луч? Нету. А, нет. Сила прочность, офигеть. Сила. О, кстати, сила против фитов нормально. Эффективность. Эффективность? Да, кирка у меня. А какая? Железная. Ну что, алмазная? Так у меня нет алмазной. Да. И переставь люк. А то как уже тьма. Нормально, пускай так. Блин, я же лодочку сбудилась. Нафига нам лодочка? Пошли давай. Ой-ой, братик, давай быстрее. Или сейчас вырубится. Не, у тебя не вырубится. Я удочку сделаю. Вряд ли ты сделаешь ее. Я тебя так пошнул к себе. На там! Слышь? Где твоя лодка? Меня. А, у тебя? Офигенно. И не ломай их. Ладно, не буду. А зафига нам столько их? Потом будет ломать. Потом их сломаем. Там никого нету? Никого нету. Так, это хоть я... Одну. Стрелы у тебя есть? Стрелы 5. Дай одну хотя бы. А что у тебя хотя бы есть? У тебя сколько стрел? У меня 0. Круто, да? В принципе, у тебя и лук. Нормальный лук. На силу бы зачаровал. На прочность уже. У него прочность 2. О, красавчик, двоих слили. Погоди, я же да, спаунер сломанных не. Их там 3 осталось. Один и... Ой, я нослый. Мой лук снова, получается, лазу убивает. Офигенно. Нет, я пронял тут, я тебе говорю. Только свиньи не роняй, прошу тебя. Ты пошел спокойно. Да нормально все. О, кайф, кстати. Все забрал, погнал. Блин, ты это весь умный забрал. Что еще надо? Да у меня маленький. Че, убил его? Нет, у меня большие стены. А я думаю, у тебя дофига их. Ты че там ты не оставался? Там бы их отвлекал бы. Че ты? Че, давай я пробежу сейчас, нормально будет. Сейчас, погоди, там стой, я тебя тпшу. Блин, я даже достижения не смог выполнить. Я тебе дам. Тихо, тихо, сейчас я прогорю. О, все, тебя тпшну. Все, давай, погнали отсюда. Там... Погнали. А, не, там же еще один сундук снизу. Я надеюсь, сундук не сломал. Ой-ой, там, нет, не взорвал. Ну, я ничего не. Погоди, там еще спаунер. Там вроде спаунер зомби. Блин, надо было тот сломать тоже.
Ну я же нас сейчас доставать, братик, буду что делать. А, я их отвлекаю, то потом ко мне помощь тупышка. Мне надо опять туда пробежать. И ТНТ туда сбросить. Нет, это я еще помню забавно. Стой, отойди с этого моста. Мы сундуку еще взять. У меня бы стрелы. Что я пойду домой и скрафчу стрелы. Отличная идея. Иди домой, крафти стрелы. Зря я перед ним понтовалась. Чего они агрессивные, а? Эти уроды. Короче, поступаем по моему способу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так же нельзя. Ой-ой-ой, я сейчас сдохну. Лёх, тут какая-то мишень для ифритов этих. А ты зачем, что ты вообще делаешь? Я отвлекаю их. Нафига? Как ты мне говоришь? Я не говорю, ты их отвлекать. Ну пока ты там тинетишки не ставишь. Я же тинетишки даже не ставлю. Я пытаюсь жизнь отфигенить. Сделать свой мост, который я хочу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отойди от меня. Кстати, мой железный меч куча алмазного. У него на 25,5 урона больше. Эй, отвлекай, бат. Сейчас мы с тобой за булыжником все равно пойдем. А вот именно. Это, походу, самый дебильный, наверное, способ. А потому что откуда... Не, там, прикинь, там спаунер этих все-таки нефритов, а не зомби, как ты мне сказал. Прикинь? Я пошел домой добывать. Да я тоже, я сейчас сдохну, походу. Не-не-не-не-не. Все, я погнал тоже домой. Наверное, прежде чем убивать ифритов, мы должны спаунер сломать. Это так. Конечно. Так, булыжник, наверное. Кстати, домой. Ты домой уже пошел? Да. Мы, кстати, тут рядом появимся. Помнишь? Ту историю. У меня, прикинь, сейчас скачет 17, 23, 24, 19, 14 FPS. Так, что там? О, привет, братик. У меня много еды. Хочешь поделиться? Сколько? 17. Откуда? Где мой плоти? Хочешь поделиться? Да, полничкой. Закон. Так, бери много булыжника. А, в нижнем сундуке. Смотри, что стырил у них. Вон, смотри сверху. Стержень нефрита. О, кстати, сейчас я тебе кину два. Где они? Дай стержень нефрита. Я тебе кину, чтобы ты достижение получил. Ты же получишь, если я тебе кину? Да, получил. Все, погнали. Стой. Сейчас делать скажу. Куда ты гравий нашел? Его больше нет, что ли, гравия, да, карави? Мне тоже стрелы нужны. Знаешь, мне кажется, это бессмысленный вариант. Ой, у меня три. Поставим глава. Мне кажется, это абсолютно бессмысленно. Смотри. О, гравий, братик. Ой, путы гравий, кремень. И как стрелы-то делаются? Ты чё все? Да, остальные. Лёша. Офигенно, я научился, прикинь, это делать.
Вот перышки. Дай, дай еще один кремень. Пожалуйста. У меня 4 стрелы. А у тебя сколько? У меня сейчас тоже будет 4, все будет честно. А, ну ладно, тогда погнали. А почему мы каждый раз приплываем, если он туда может ну, сходить? У меня вообще 16. А? А? Почему каждый раз переплываем, если можем он туда сходить? Он тот портал в ад. А? Братик. Он же в одно и то же место, по идее, даже ТП-шить, да? У тебя есть плоть? Да, вон. Ой, все обратно. Ночь наступает. Хотя ладно. А воду вообще нет времени. А, ну да, ну. Ты что ты волнуешься? Время бессмысленно. У меня 16 стрел. Добегай. Ставь свой мост. А ты уверен, что там именно спавнил нефритов? Да, я посмотрел, там именно спавнер нефритов. Серьезно говорю. Ты мне говорил, нет, там не спавнер нефритов. Не, мы пройдем эту карту, я тебе гарантирую на это. Мы убьем эндер-дракона. Да, убьем эндер-дракона, это обязательно. Тем более, это проще, чем пареные репы. Проще, чем давайте у младенца соску. Да. Нет, конфетку. Нельзя так говорить, братик. А! Не, они, кстати, как-то странно стреляют, я тебе скажу. Да, они так все. У меня скоро кирка одна сломается. Жалко, да? Не шевелись! Вот я кину. Алёха, всё, я больше не могу, у меня 8 стрел. Я пропущу по ним разу. Всё, братик, мост достроен. Можешь спокойно идти. Эх, я горжусь собой. Ай, братик! Я горю! Всё. Ой, че? Я гнилую бой сидел, прикинь, поесть я взял не то. Кстати, дай мне еды. На. Мама на еды! У меня нету другой! Ты че, все мою еду съел? А че еще ты делал? Так, надо вышку построить. Надо вообще их не спамить. Я знаю, я тебе говорю, вышку строим. А, братик, сними его нафиг. Нет. Да я не знаю, где он меня ранил как-то. Сквозь стену. Ах ты ж. У тебя есть стена? Да, дофига. Хочешь гнилую плоть? Ой, я сейчас сдохну. Чё, погоди, я регенюсь. А вообще не могу регениться. Братик, он там стреляет, этот урод. А он горит? Да, горит, 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 беги нафиг. Да, он горит, это очень. Так, отойди, я его попытаюсь сейчас снять. Он вообще вверх взлетел, вон он. Да. Ёлы-палы. Мне хорошенько. Убил его? Красавчик, сейчас, погоди, убери огонь. Где ТНТ быстрее? Ай! Нет! Слышь, ты можешь сейчас резко спрыгнуть вниз и забрать все мои вещи, а я тебе ТП-шну. Можешь? А ты пока... А ты вообще где сейчас? Я тут стою. А ты не сможешь, я в другом измерении. Блин, точно. Тут же не действует. А, капец.
все вещи прошпекал. Кстати, я не понимаю, почему не спавнюсь там? Я все свои вещи нет, я опять. Почему они в огне сгорят? Нет, они не сгорят в огне. Я все свои вещи опять прошпекал. Я не пошу тебя. Знаешь, есть и плюсы. Я полностью не голоден. Ну быстрее иди сюда, господи. Это... Сейчас беги через мост, который я сделал, да и все. Блин, жопу твой мост! Блин, жопу твой мост! Вот как я тебе скажу. Братик, да ты чё, мы справляемся! Жопу твой мост! Все. Ты дома? И чё, я со мной пойду за своими вещами, а они только дома. Не советую сюда идти, я тебе скажу. Ты рядом по дому. Отбивай их. А нет, они нам ничего не сделают. Они телепортировались сами офигенно. Все, наша банда на готове. Они смогут нефритов убить, интересно. Мои вещички, там все мои вещички. Я свои заберу, у меня достаточно. А я-то как без своих буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Идите нафиг. Я спавнишь сломал, да. Спавнил? Да, я спавнишь сломал. Фуф. Попробуй их убить, пожалуйста. Как? Не знаю, как не. Сил-то нет. Ёлы-палы, у тебя все же хп. У меня уж. Попробуй их всех вынести там нахер. А, это в аду? Нет, я не в аду, пытаюсь да, хотя бы доплыть. Да какой доплыть? Чтобы ты там бы пошел. Только я не смогу. Их там вообще дофига. Вот тогда не надо. Это надо съел крафтить. Или вообще. А нам надо убить куриц. Мне бы знаешь, хотя бы до дома. Без съемок и съемок. Где мы тебя найдем? Ну, там куриц поубиваем. Нет, братик, мы не будем. В принципе, так вообще почти все делают. А мы кого мы сейчас победим? Левой, правой. Смотрел? Нормально. Потом мы говорим. Там есть? Нет, туда нет. Слушай, может пойдем на другой дом? Нет, пошли. Я пока свои вещи не верну, я не успокоюсь. Они уроды. Эти уроды не могут меня победить. Иди сюда. Дай меч. Я его сейчас, блин, ладно, пофиг. Я его хотел бы сейчас мечом бы так погрел бы этого урода. Ты подох? Да нет, нифига не подох. Я жив, я некуда. Привет, друзья мои. Долбаные друзья. Сдохни. Кто тут еще? Ты сдохни тоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты можешь выйти? Из ада можешь выйти? Mm-hmm. Погоди быстренько. Тебе ты пошли и побегу опять. Кто-то пришел, да? Останови. Сейчас мы останавливаем. Ладно, зрители, всем удачи. Мы надеемся, мы сейчас продолжим потом съемку. Всем удачи. Всем пока.